Село в шаге от нас. Едва ли кто-то из саровчан не бывал в святых дивеевских местах. Богатая история этого края знакома многим паломникам. Теперь узнать ее можно, не выходя из дома. Исторические фотографии 19-х и 20-х веков, собранные в одном месте – виртуальном музее Дивеева вчера. Инициатором его создания выступил местный журналист Павел Сушков. Основу коллекции составил семейный архив фотоснимков этих живописных мест. Подумал, что это не должно все лежать на компьютере, а должно где-то выставлено быть, чтобы люди смотрели, чтобы, может быть, узнавали своих знакомых, просто что-то почувствовали, увидев старину. И эта идея бродила выложить куда-то эти фотографии давно, и вот началось все это. Я создал сначала группу ВКонтакте, куда начал выкладывать фотографии, и неожиданно очень была такая теплая и активная реакция пользователей. Жители Дивеева стали пересылать Павлу собственные фото и пленки из семейных архивов. В итоге все это выросло в большой проект «Дивеева. Живая история». С ним Павел решил заявиться на конкурс президентских грантов. Заявку одобрили. Проект получил грант на развитие гражданского общества, что позволило закупить оборудование и оплатить услуги по созданию нового контента. Нас очень хорошо поддержала районная администрация и газета «Ударник». То есть они присоединились вот к этой акции. И редакционный архив, который там включает тысячи кадров, мы сейчас его потихонечку разбираем, тоже цифруем все снимки, рассматриваем. В скором времени они тоже будут опубликованы. Там, ну, целая история там за 30 лет, там, с 70-х годов по 90-е. Богатую коллекцию разместили в виртуальном музее Дивеева вчера. В экспозиции представлено более 200 экспонатов. Это одиночные снимки, серии фото, а также оцифрованные кинохроники и видеозаписи. Материалы упорядочены по годам, архивам и ключевым словам. Работает поиск. Проект живой, он только набирает обороты. У его создателей еще впереди много нереализованных задач. Планы по развитию у нас такие. То есть виртуальный музей, он находится, он уже работает как проект отдельный, но он будет еще частью такого более глобального проекта, который будет рассказывать о Дивеевской земле. То есть мы будем рассказывать не только о прошлом, но и о настоящем. Это будут экспедиции где-то по району, мы будем ходить, смотреть достопримечательности, исторические какие-то объекты, памятники архитектуры, памятники археологии. Познакомиться с коллекцией музея можно на сайте museum.diveyevo.info.